Жевский. Ну и что-то мне так раз запала песня, название хорошей песни. Написал песню, а потом раз оттуда не берут, а фолк такие вот, да, ну ладно, думаю, песня все равно получилась. Мы ее в первый раз сыграли в Новгороде, я раньше-то не был, я на Сахалине вырос, всю жизнь прожил. А тут вот с концертом пришел, все равно в Новгород съездить, сюда вот, вот именно как побывать, посредством концертов соприкоснуться с древностью с нашей, да? Вот. И первый раз там ее сыграли. И вот сейчас у нас, смотрите, мы же... Это древняя Русь, да? Посмотрите, вот нас сейчас пытаются делить. Татары, монголы всякие, выдумывают глупости. Ну, я считаю так, вот как на, индейцы коренные, да? Разные силы, прочее в Америке. Они коренные, они все американцы, да? То же самое те, кто на Руси живут, жили испокон, да? Племена там всякие, да, были роды. Это все русские, по сути, да? Это и была Русь, да? И что нас делят? Ну, нас делят, понятно, разделяя власть и сталкивают лбами, чтобы свои мутные водички рыхнули. И так это, и как и раньше всю жизнь на нас нападали, сейчас тоже нас терроризируют, сволочи всякие, знаете, не буду говорить. Все уже потихоньку просыпаются. Эта песня, мне кажется, всегда актуальна. Ну, всегда противостояние духа и материи. Западный мир более материальный все-таки, да? Песня называется «Много болтаю», да? «Русь дружинная». Помним, что мы русские.